Последние дни по всей стране наблюдался ажиотаж на продукты первой необходимости. Жители Акмолинской области также скупали хлеб большими партиями. Однако производители Аксайнан не прекращали свою работу. Несмотря на высокий спрос, нехватки хлеба в магазинах не наблюдается. Объемы производства хлебокомбината Аксайнан Кокшетау увеличены в 2 раза. Работали день и ночь, потому что уже 5 числа нам сообщили, у нас в городе 9 магазинов, о том, что в магазинах нет хлеба. Люди стали очень много хлеба набирать, покупать. Мы срочно собрали людей, круглосуточно стали работать. Может быть, переживали, что заводы не будут работать. Нет, конечно, мы не подведем. Помимо обеспечения магазинов города Кокшетау, производители поставляют хлеб в Атбасарский район. Регулярность доставки за последние дни увеличена. В такое непростое время были сложности с приобретением хлеба. На завод поступило много заявок с просьбой завести хлеб в магазины. Мы выполнили все просьбы, чтобы народ не остался без хлеба. Когда начался ажиотаж, у нас все хлебную продукцию, рожки, все покупатели скупали. Было все спокойно, работали допоздна. Хлебзавод работал бесперерывно. Ответственные ведомства призывают всех участников торговли не допускать создания искусственного ажиотажа и ценовых спекуляций на основные продукты питания. Назира Балташева, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Кокши Акпарат.